И всем привет, ребята, с вами сегодня опять Лёша. И Саша. Всем здорово, ребята. И сейчас мы будем объясняться, почему же нас так долго не было. Все началось с того момента, как мы такие, ага, что случилось? Ну, это точнее я такой с утра встал, короче, такой, а, что случилось? И было это где-то два. Нет, ты что говоришь, чтобы я болел когда-нибудь? Я самый закаленный поцик вообще. Я тебе еще ударю за это, на тебе. Я самый крутой. Так что... Нет, на самом деле мы не болели. Это... Там были другие причины. Сейчас, погодите, я выдумаю. Не, на самом деле мы просто не захотели... Ну, не хотели снимать, просто вы не ставили лайков. Было что-то там... 4 лайка и 2 антилайка, но все равно как бы смотрели, ну, парочку людей, подписчики, наверное, смотрели. Ну, как бы вы не переживайте, мы будем снимать, а вот вы такие, фу, уже как, я не знаю, как месяц, наверное, не снимали, да, мы с тобой. Сколько мы, месяц? Или не знаю, три, может быть, недели где-то так не снимали. Ну, короче, ладно, поехали. И мы снова на этом острове, только в этот раз я прошпекал все вещи. Ну, кто смотрел серию? Да, кстати, скина у него почему-то нету, хотя я посмотрел на его комп, все нормально. И все равно погромче говори, а то тебе не слышно будет. Ну, вообще ори там, не знаю. Так, ори. Ори. Ты скажи, как ты послал броню? Так я сказал то, что я в аду ее просрал, меня нефриты убили, я просрался. А. Что, ночь? Конечно, ночь. Блин. Кстати, какой уровень сложности поставил? Посмотри. Стойкий, легкий, нормальный поставь. О, капец, вообще ничего нету. Сколько там статей этих надо, эндера? Ока эндера. Чё там было? Крипер. Ты меня не пугай так. Ты что меня пугаешь? Ого, нифига он тут тебя разнес-то. О, смотрите, какая красота. Ой, люк стырил. Я даже не заметил. Ладно, пофиг, пускай там снег. Какое? Ну, вот он крипер. Кстати, давайте интишку. Да пофиг. Я же закаленный поцик. Где он стреляет? Где этот? Где этот кусок мяса? Вот, точнее, кусок костей, который по мне стреляет. Это, мы в шахту пойдем. Меня просто как бы. Конечно, пошли в шахту, мы же. Пошли в шахту, конечно. Мы же с тобой крутые. А, в мою? Который я копал, а не мы копали. Вместе потом начали копать. Конечно. Когда я до конца докопался, то чё ж, не помочь-то ему. Не, мне просто нужно будет тоже воду. Конечно, и потом чё б мне, Лёша-то, не помочь, да? Да. Кстати, я меч хочу алмазный. Можно меч алмазный сделать? Я возьму дофига, короче, всего туда. Слышь, из моего только сундука нет. Да я... Да мне... А чё там у тебя? У меня там три моих алматика. Ну, это и ты у меня сколько. Мы же договаривались с этим не спорить. Все общее, так что я у тебя могу все тырить. Ты где? Да я тебе говорю, я много всего взял, пошли давай уже. Ой, иду не взял, иду, давай возьми иду там. И поползли. Кстати, вообще сейчас. Кстати, я им не раз. Еды нету. Ой-ой-ой-ой, тогда зря мы с тобой пошли. Сейчас надо еды вообще дофига тогда. Хотя нет, я пойду факелы в пещерке, наверное, понаставлю. Вот так вот. Ну, может, гнилую плоть? Ну, а сколько у нас гнилой плоти? Нет, все равно иди. Иди, короче, мясо, а я пока пойду. Все, освечу в пещерке. Ну, у меня сколько-то этих алмазиков. Я вообще у тебя нисколько не брал алмазов твоих. Что ты на меня так строго? Да, я всегда чем бьешь. Ну и чё, это не повод меня бить. А, тут есть верстак уже даже. Это ты тут сломал? А, да.
Кстати, на чем меч зачарован? Небесная кара. Один. Ты слышишь, ты вообще как-то неровно все тут ломаешь. Я пытаюсь вообще магики найти. Ну, тут, наверное, я там покопал, насколько смог, и потом начал другой туннель копать. Говори погромче. Потом я начал другой туннель копать. Ясненько. Кстати, тебя на кошка не дует, то я могу закрыть. Ой-ой, что-то пошло вообще так резко, потемнело в глазах. Ты даже факела не ставил, ай-яй-яй, братик. У меня даже факелов-то нет. Кстати, я заметил то, что тут не спавнятся мобы на последней глубине. Ты видел? Тут вообще сейчас не было факелов, я прошелся тут ни одного моба. Кстати, у тебя много факелов? Да, практически два стака. А тебе зачем? Это просто... Так, чё бы. Все сделал, все отличненько. Замуж. Хотя еще там, знаешь, что надо сделать? Топор на всякий случай. Блин, забыл вообще, как топор. Давно вообще в Майнкрафт ребята не играли. Так что сильно на это внимание вообще не обращайте, зато у вас хотя бы сейчас все не виснуть не будет. Блин, капец, надо форточку закрыть, а тут окорет. Чё я-то закрываю постоянно? О, уголь. Нам, кстати, уголь нужен. Тяжко, много факелов. Ты под весь уголь на факел потратил. Не ори на меня. Ты же мне сам сказал, говори погромче. Я говорю погромче. Говори еще громче тогда. Кстати, о чем мы... Как нам вообще мы будем с тобой пещеру обустраивать? Просто будем копать еще. Ага, просто копать и вот такие дырки, которые ты оставляешь, да? Допускай, да, конечно, вообще. Идеальная пещера вот такая вот. Нет, на дырки-то мне пофиг, мне главное, чтобы там мобы не заспавнились. В твоих дырках. Ты, кстати, хоть... О, опять что-то там темно. Что-то этих глазиков не хватает. Я слышал это... Вот я тебе говорил, там ставь факела. Нет, нет, зачем они нам? Тут паук, и он на скелет, и он на пауке был. Скелет на пауке? Да, скелет на пауке. Это, да, конечно, добавили. Конечно, в лицо хуй играем, а что? А чё ведьма? А, они ж те ведьма, но везде спавнятся. О, бэйби зомби, я помню, их же вроде тогда, не помню, в старых сериях вообще не было. С какой там... С 1.5.2 их вроде нету, да? Или есть они? Не, их вообще нет. А, их вообще даже с этой версии нету. Да, их вообще не с этой. А, кстати, они же, получается, украли это, как им, мод у разработчиков, да? Может, конечно, они его купили, этот мод, да и все, потому что, как бы, если они стырили его, то тогда Майнкрафт очень плохо будет. В том смысле, если... Какой-либо мод краду для сборки там Майнкрафта, то страдают авторские права. Я надеюсь, я все правильно. Слышишь, я тебе еще ударю. Нет, так... ты реально полнел. Я тебе сейчас ударю, а. Так, ладно, где будем пещерку-то копать? Давай вот тут начну. Сколько свинины, мне тоже еда нужна. О, нет. железка, я себе броню сделаю. Две свиньи. Курицы. Ты прямо свиней туда, да? О, нет, ништяк. Ты можешь это, хотя я сам тебе сейчас тпшнусь. Все, погоди, железка нашел. Погоди, у тебя сколько, две свиньи, одна корова и что еще? И две курицы, отлично. Я тебе говорю, Ари, кстати, сейчас пауза.
Так, и мы продолжаем, просто надо было, короче, к родителям сходить, можно так сказать. Да, и окно закрыть. Так, что тут у нас? О, у нас даже печка тут есть. Мы же ставим. Я вообще забыл. Я когда последний раз сюда заходил? Да, я не знаю. Последний раз мы с тобой реально там три или сколько месяц или 3 недели назад играли тут вообще. Вообще не. А сколько мы здесь не играли-то? Вообще-то. Погоди, ты мне еду несешь? Да. Ты бы не мог сказать, и тебе просто бы ты пошнулся. Ну, я же со мной сейчас сюда нужно будет идти. А тебе что дать, купуете или смотрите? Я не знаю, хоть что-нибудь дай мне. Слушай, я уже забыл, как кидать. Ням-ням-ням-ням. Чё у тебя там? Семья. Погоди, где курица? Ты мне курицу же принес? Я тебе свинью додал, себе курицу. Погромче говори, погромче. Я принес тебе свинью, а себе оставил курицу. Вот смотри, у меня тут сбоку есть такая фигня. Показывает, сколько голос, короче, у тебя. Ну, нормальный диапазон голоса или маленький. Понятно? Да, понятно. Вот видишь, она больше становится. Если она вообще, если она вообще маленькая, то я тебя прибью. Из до самого конца. О, ну это значит, ты орешь там, я не знаю. О! Лазуритик. Лазурит! Кстати, а зачем он нам? Вовчиков красить. Что это нам даст, что мы Вовчиков покрасим? Кстати, я мне что-то задолбал уже в пещере, мы, короче, будем сейчас с тобой переезжать. О, где, погоди, где ты золото? Ты что, моё... Нет. Моё золото. Где ты вообще? Моё золото. Моё золото. Да ты придурок, отойди от меня. Так, что тут ты? Дай я, кстати, половину кусать. Позже лезу. На. Ну и штучек еще так. Не знаю, сколько тебе дать. Мне хоть половину дам? Нет, я не дам тебе половину. Столько тебе сойдет. Зачем тебе половина факелов? Живи в темноте, как вампир. Так, блин, где эта фигня? А вот она. Вообще нифига не найти тут. Ну так, сделаем, хоть было понятно, где мы. О, ништяк, вообще. Все, полез я обратно. Тебя тпшнуть, если что? Да. Скажешь, домой? А, да. Вот, да, наконец-то, наконец-то. Как его? Бати. Хаб, во, Батисхаб или Батихам, а, да-да-да, Батисхаб, лицензионный, и на нем можно больше 10 минут снимать, это вообще, я не знаю, конечно, я его не покупал, я его крякнул, можно так сказать, если кому-то надо снимать через такую же прекрасную программу, как и я, которая нормально будет все работать и все такое. Просто напишите в комментах и хотя бы вообще что-нибудь пишите в комментах. Ребят, реально, что-нибудь возьмите там в комментах. Накалякайте. Да ты... вообще. Чего? Да вот именно, чем накалякайте там. Да-да-да. Реально, что-то напишите в комментах, чтобы нас хотя бы просто порадовать. Это... Погоди. Все, ништяк. Сейчас тпшну. Я не помню, кстати, как тпшить к человеку, я знаю, как тпшиться. Так, вроде... Да, вот, значит, пиши. Да, вот так вот. Блин, я придурок. Ладно, поползли, давай, иди, иди. Получается, наоборот. Сейчас, погоди, я еще раз проверю. Наоборот, пиши. Сначала мое имя, а потом твое. Точно, о.
Я вообще давно просто не играл, забыл. Давай, ползи первым. У тебя такая спокойная музыка в Майнкрафте, у меня вообще ничего нету, что-то. А, я же музыку выключил, все, погоди. Это у тебя музыка. А, интервью с ним. О, господи! Смотри, Лёха. Чё у тебя? Это что такое? Я не знаю. Это что это было? Всегда, когда у меня антивирусник вылезает, у меня всегда такое в опи происходит. Нифига себе. У тебя, кстати, что с антивирусником? Без понятия. Ты дома уже? Да. А, ну, я вижу. У меня-то есть лазурит. Завидуешь? Почти 400, как красный будет. Так, вот печечка. Пипец, живем в каких-то джунглях, вообще не знаю. Кстати. Мне надо хотя бы броню хоть какую-нибудь сделать. Не говорит, у меня. Это из чего, чуть не пойму. Это книжные... А, нет, не книжные полки. Кстати, сверху вроде зомби, да? Так, стой, что это где-то? Я точно палки. Где-то зомби. А, нет, где-то крипер. О, да. Ну-ну-ну, порох-порох, нет. Какой-то нищий крипер был. Знаешь, чё? Чё меня пугает? Чё пугает тебя? Мне даже интересует. У нас уже... Пришли 5 стаков красной пыли, а деревянных досок 22 штуки. И чё? У меня все доски. А у тебя все доски? Ну, посмотри на инвентарь, блин. Нет, мои доски. Ты, кстати, чё мои эти-то слитки тыришь? Какие слитки? Я туда 10 этих положил. Ага. Я чувствую, что ты что-то у меня стырил. Ладно, они все мои. Так, все, отлично. Я себе могу хоть бронику сделать. Так, сделаю я себе, знаешь что? Нагрудник. Мне, кстати, сапожки надо накопить бы. Ладно, этих слитка сюда положу. О, да, наконец-то. Давай спать! Спать давай. Тебя убью сейчас. О, да. Там кто-то задыхает сверху. Ой-ё. Ой-ё. Фига, как близко было. Чё, офигели? Ты где там вообще что делаешь? Я сейчас снимаю 4 шахты. Зачем? Кстати, вот это все это мы что ли делали, да? Или нет? Ну так вот. Это не мы делали, это так было. Это вулкан. Ну чё ж это вулкан? А где там почёт? Чё? Ого, 19 минут снимаем. Не знаю, может мне куда-нибудь пойти? Там два крипера. Я их убью. Вот так тебе. Маленький. Зеленая фигня. Дай, я тебя убью. Я сделаю из тебя TNT, потом все буду взрывать. Блин. Ого, вижу еще один. Ой, только не скелет.
Самое бесимое это такой это скелет. Даже он стреляет, капец. О, курица. У меня вообще такие красивые в последнее время непрогруженные ландшафты. Вообще красивые такие. Ты куда идешь? Я. Да. Блин, вроде все на максималку, что это что так долго прогружается. Понимаю. Ту овечку зато спалил. Что с овечкой, кстати, будем делать? Что, не будем ее тогда убивать, и из нее синенькую овечку сделаем. Потом я кое-что придумаю. О, бэйби-зомби реальных добавили сюда. Сколько у бэйби-зомби, кстати, хп? 10. Такой слабенький. Ну, он быстренький. Ёлы-палы. Я это убийца криперов. И скелетов. Блин, это все. Мне еда нужна. Ты дома или где-то? Блин, в пещере. Тогда лучше сам дойду. Тут. Капец, как долго. Кстати, сегодня будем сколько снимать времени? Ой-ой, застрял. 26. Ну ладно. В смысле, полчаса хочешь? Так, залазим. Скажешь, если что, я тебе тпшну к себе. Так, что у нас? Тут же есть железная кирка, нафига ты еще одну делал? Ну, я как бы себе. Но где? У нас песок есть, да, есть песок. Хотите? Угу. Как оно делается? Вроде как-то так, да? Да, вот оно, моя тентишечка. Тентишечка моя. Тентишечка. Ха-ха-ха-ха-ха. Ладно, я шучу, конечно. Так, слышь, у нас есть красный этот? Да, есть. Да его. Нет, не красная пыль. Все, короче, братик, прощай с нашим домом. Да ладно, шучу. Да я знаю, что тут не только твои вещи. Так, я к тебе тпшусь. Так, надо прокопать где-то туда. Хочешь на фейерверк посмотреть? Не просто ж так я и делал. Алмазы! Алмазы, алмазы! Алмазы скапывай, это мои алмазы. Сколько их? Офигеть! Офигеть, 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 офигеть! Теперь дай мне их. Сейчас, погоди. Да, алмазики, алмазики. Погоди, это не все алмазики. Да, да. Дай сюда. Все. Все? Вот, да, алмазики мои, алмазики. На, возьми вон, иди. Так. Так, еще дальше надо будет копать. Блин, тут гравий. А лопату ж делал, да, делал лопату. Фу, я думал, сейчас лава побежит. Ты где там? Я думал, ты вместе со мной будешь на зрелище смотреть.
Блин, тут везде гравий один. Тут копаем. Дай кирку. Дай кирку. Любую. У тебя есть какая-нибудь вообще ненужная? О, спасибо. Сколько кирок? У меня она последняя моя. Это вот это вот? Нет, это не это. Да я тебе все равно отдам. Факелакс один не забывай ставить. Видел, кстати, какой везунчик. Так. Как ты думаешь, нормально тут взрывать его? Ты будешь смотреть? А, нет, еще дальше. Надо оттуда просто гравий. Я не знаю. Так, ты где вообще? Тебя ТП-шнуть? О, тут смотри, что. Давай, выкапывай. Давай. Выкапывай. Я тебе говорю, удали этот долбанный антивирусник, да и все. Я вот свой удалил. Хотя он мне ничего не делал, но я просто взял и удалил просто для прикола. Вон сверху. Блин, придется еще дальше копать. Так я ж не знаю, что там дальше будет. О, уголь. Видишь? Сейчас где-то еще так. И последних. Вот эти вот. Еще будем взрывать тут. Так. Блин. Ладно, шучу. Есть, конечно. Я этот... Нафига рычаг-то? Я почему не помню, как рычаг делается. Вот, все сделал. Че, забыл, с кем ты разговариваешь? Я великий тинтишенник. Да, рычаг сделал. Теперь отойди. Далеко отойди. Я хочу, потому что бежать буду. Ничего не видно. Да и пофиг. Зато я слышал звук. Отойди, я ничего не вижу. Ого. А какая-то маленькая пещера, кстати. Почему такая маленькая пещера? Я думал, больше там будет. Ну, видишь, зато хоть уголь добыли. Скажи мне спасибо. Четыре уголька. Скажи хоть за это спасибо мне. Да, я попёр, короче, домой. А, кстати, 27 уже. Мы сбились с графика. Все. Теперь опять месяц не будем стопить. У меня 6-й, не убивай меня. 8-й, нифига ты. Так. Стой, ты где? О, какая полянка, да? Ты иди сюда. Я сам тебе сейчас сюда. Стой! Слышь, папа. Меня это не волнует. Я даже там факел не поставил. Да и пофиг, иди сюда. Я тебе сейчас опять покажу. Все там? Нет, я еще не добежал. Иди сюда, мы еще прощаться будем. А, что, уже есть? Да, уже 20, уже 28. Скоро будет 3. Ты сказал 26. Давай 30. Ладно, давай, добегай до своей фигни. Я пока тут побегаю. Везде какие-то дыры из-за тебя. Что тут с нашей пещеры? Да ты такой сделал. Что, поставил? Ты сказал... Я тебе сейчас опять тпшну к себе. Так, только дай дома прощаться. Красивее. Не, давай тут. А. Это там красивее. Просто пока добежишь до дома, уже стемнеет. Всё. Так. У меня курица. Чё, где у тебя курица? Дай мне вот, ну, а, слышь... Негодяй. Негодяй. Одну курицу взял. Ну ладно. Ребята, если вам понравилась эта серия, что ты приседаешь, то можете поставить лайк под этим видео,
подписаться на наш канал и сказать. И сказать то, что мы молодцы, да. Вот взять прямо сейчас. И в комментах написать то, что мы молодцы. Ну ладно, с вами был Лёша. И Саша. У меня есть красная пыль. Это единственное то, что ты можешь похвастаться. Погоди, это моя красная пыль. Ладно. Всем, короче, ребята, удачи. Всем пока. Да, пока-пока.